Не стреляй, я с Яковом. Он велел дождаться тебя, но эти сволочи нашли нас раньше. О боже, что с тобой? Жить буду, но нужно где-нибудь укрыться на случай, если захватчики вернутся. Там за мостом есть пещера. Это волчье логово. Туда они не сунутся. Но мне сейчас волков не одолеть. Нам эта пещера нужна для сборов. Только надо вырезать волков. Я даже что-нибудь придумаю для твоего пистолета. Ну как, поможешь? Хорошо. Спрячься пока. Я скоро вернусь. Спасибо. Яков говорил о тебе правду.
Это точно по-русски. Кажется, знаки обозначают какое-то место неподалеку. Но понять ничего невозможно. Зачистила пещеру. Там... В пещере безопасно. Отправляйся туда поскорее. Спасибо. Вот, возьми. Яков велел тебя оберегать, но оберегать нужно было явно не тебя. Вернулась? Хорошо. У нас есть дело. В чем проблема? Я отправил воинов в долину. Двоих самых смелых ночью захватили враги. Я уверен, они еще живы. Третий убежал. Он говорит, что пленники заперты под железнодорожной станцией. Перед тем, как убежать, он видел, как их посадили в клетки. В долине осталось еще десяток воинов. И я должен быть здесь, руководить ими. Но ты... Я видел, на что ты способна. И теперь вынужден просить тебя о помощи. Да, да, конечно. Спасибо. Они знали, на что шли. Они с радостью отдадут свою жизнь. Но я не могу этого допустить.
Думаю об отце каждый день. Многие годы я винила его в том, что он жил лишь работой и оставил меня одну. В какой-то мере я все еще корю себя, что оттолкнула его. Я твержу себе, что была юна и не понимала его. Так или иначе, он умер. А теперь почему-то чувствую, он ближе мне, чем был при жизни. Ему не удалось многого добиться, но я знаю, что он со мной. Чувствую, что он рядом. Святой Источник здесь, и я ищу его. Он знал, что Источник изменит представление о людских душах. Изменит мир. Но отца больше нет. Лара, ты цела? Да. Я стою у старой советской плавилки. Я пробираюсь ко входу в шахту наверху. Можешь встретить меня там? Хорошо. Товарищи, прошу вас обратить особое внимание на это донесение. Оно касается сделанного нами невероятного открытия. На одной из глубоких разработок шахтеры пробурили проход в огромную пещеру, полную невиданных развалин и реликвий. Как ни странно, сильнее всего это открытие повлияло на рабочих, набранных из местных жителей. Они определенно знают что-то об этих развалинах. У меня стойкое ощущение, что мы стоим на пороге еще более великого открытия, поэтому мы переводим заключенных на круглосуточный режим работы.
Как будто для зверей. Не думаю, что Анна разделяет нашу веру. Она здесь по другой причине. Она запуталась. Я понимаю, сам был таким. Но у каждого из нас тут своя роль. Решил обойти территорию, поискать, кого еще убить. И точно поймал одну из потомков. Торопиться не стал. Убивал голыми руками, чтобы увидеть, как из нее выходит свет. Ждал, пока она совсем не остынет. Волшебно. Константин говорит, что с источником мы будем жить вечно. Что, наконец, заглянем Богу в глаза. А я уже заглянул. Мое место здесь. Я так долго искал его, но все же нашел. Я дома. Нет ли у нас карты этого объекта? Нет. Даже если бы и была, при восстании тут столько всего разрушено. Подъем наверх будет весьма опасно. Много повреждений. Вот где краска повезло. Ага. Первый контакт произошел в шахте. И они бросили все силы на добычу. Вот только через неделю начался мятеж. Что, рабочих все достало? На нас напали! Огонь на подавление! Стандартный советский армейский жетон. Выбито имя Юрия Равданикиса. На обратной стороне выбито слово «осужденный».
Еще одна советская табличка. Звезда Героя Советского Союза. Это высшее звание за героизм. Видимо, принадлежало кому-то из офицеров.
Еще одна статуэтка, только похожа на игровую фигурку. Выглядит знакомо. Где-то я такие уже видела.
Thank you.
Золотая жила. Целая куча артефактов. Все согласно документам советской разведки. Здесь они добрались до развалин. Кто там с беглецами? Не знаю. Видно плохо. Но только что прервалась связь с поисковым отрядом внизу. Ясно. Я сообщу передовой группе, пусть готовится. Движение видно? Yeah!
меня проблемы. Большие проблемы. Я тут немного покопался, сохранил для себя пару файлов и наткнулся на переписку обо мне. Хуже всего, что они как будто хотели, чтобы я ее нашел. Начальник охраны знал, что я сливаю информацию. Возможно, знал с самого начала. И сейчас они наблюдают, ждут, когда я раскрою свою цель. Вот бы у меня действительно была цель, а то обидно подыхать из-за своего дурацкого любопытства. Боюсь, канал уже ненадежен. Возможно, они уже нашли тебя. Я совсем с катушек съезжаю, но троица, их много, они везде. Чем больше я узнаю, тем больше понимаю, что я безнадежно влип. Так вот, ты была права. Вот бы сказать тебе это, глядя в глаза. Лара, ты там? Я не могу головы поднять. Лара, уходи оттуда! Яков! Черт! Черт! Они уже проникли внутрь. Как-то чересчур просто. Взгляну-ка на рабочий журнал. Там вроде упоминался сейф. Красные хранили в этом сейфе самые ценные артефакты. Давайте его взломаем. У кого горелка? Сейчас. Всем остальным ничего не трогать. Находите артефакт, заносите в каталог. И все это было в шахте? Ага. Судя по последним протоколам, они нашли это место и сразу прекратили раскопки. Наверное, пока они думали, что делать, мятеж начался. Это древние вещи. И надписи... Кажется, кто-то есть. Жужа! Покончим с этим!
вышло! Прижимайте ее! Прикрываю огнем! Я вижу. Убить. Так, точно. Рассредоточиться. Она окружена. Мы больно часто друг друга спасаем. Спасибо. Рада, что ты цел. Это и есть сквозной путь? Да. Но внутри их будет много. Ты не обязана идти. Так просто я не отстану. Мне все еще нужны ответы. Тогда не будем терять время. Нельзя терять время.